Здоровый образ жизни, сохранение репродуктивного здоровья и воспитание у молодых людей ответственного родительства – главные задачи квеста «Ступени сохранения репродуктивного здоровья молодежи». Мероприятие, организованное Центром поддержки детей-сирот и семей группы риска «Улыбка ребенка», прошло в Ульяновском техникуме отраслевых технологий и дизайна. На сегодняшний день по Российской Федерации звучит цифра от 6 до 8 тысяч детей, новорожденных, от которых отказываются родители. Ну, вроде бы цифра для Российской Федерации не очень большая, но здесь совершенно другая математика, потому что за каждой циферкой этой статистики кроется судьба маленького, совершенно беспомощного новорожденного ребеночка. И то, что с ним будет и как будет, узнает он материнскую тепло, ласку и заботу или не узнает, это зависит как раз от нас. Квест проходил на трех интерактивных площадках «Быть здоровым модно», «Репродуктивное здоровье» и «Семья». Организаторы постарались в игровой форме рассказать о последствиях, которые могут возникнуть при увлечении алкоголем, табаком и наркотиками. А волонтеры помогли участникам построить модель своей будущей семьи. Напомним, квест «Ступени сохранения репродуктивного здоровья молодежи» проходит в рамках реализации на территории Ульяновской области грантовой программы «Дома всегда улыбка ребенка». Это является частью большой работы по реализации в регионе нацпроекта «Демография». Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов, Новости Улправды ТВ.